торец. Подготовили его окончательно. Открутили прижимные планки. Потому что когда кроется стена, сначала кроется стена, тут ставится прижимная облицовка. Она же прижимная, вот, вот так вот. О, вот она прикручена. Чтобы установить торцевое стекло, его нужно открутить. Все, открутили верхний и нижний. Вот они два лежат. Значит, здесь резинка, где примыкает. Вот у нас половина уже закрыта. Нижнее стекло. Потом прикручивается база в размер, чтобы... Или рулеткой меряется. Прикручивается база, чтобы стекло не упиралось, а был небольшой зазорчик, несколько миллиметров. Вот здесь вот. Все. И выпиливается, вырезается верхнее стекло. Наискосок режется. Нужно снимать размеры. Ну, обычно это дверной. Это вот 128. Вот этот 60. Это обычно. И рассчитывается так, чтобы она вот на середину трубы ложилась. Потому что в другой половинке трубы у нас отверстие. Чтобы отверстия были чуть-чуть подальше от стекла, на всякий случай. Все, и прикручивается вот такая планка обратно, прижимается стекло. Сейчас вторую половинку делаем низ вверх, потом макушка. Макушка, значит, чтобы нормально стояла, вот прикручиваются вот здесь вот такие крепежки подрезиненные тоже. На них ставится макушка и потом уже защелкивается. И потом будем вставлять дверь, которая прижмет вот эту часть стекла уже к торцу. Вот макушку тоже мы вырезали в размер. То есть меряется от низа до середины трубы, как она пойдет. Все, зафиксировали пока временно крышками. И прикручиваем облицовку верхнюю. Одну прикрутили, вот сейчас будем вторую крутить. То есть торец с обрамлением готов. Останется нам вставить дверь. Дверь подожмет вот это вот стекло. То есть дверь вставляем, так слегка прижимаем, чтобы резиночки соприкоснулись. И закручиваем саморезы. Вот так вот вкручивается в косяк. Потом покажу, как это выглядит на готовом. Это дверной будет у нас торец. Так, а теперь глухой торец, он же форточный. В принципе, разницы нет. У глухого просто ставится цельное вот так вот стекло во всю рамку. Перемычка, да, здесь перемычка ставится. Форточка, она... Получается, как бы стекло половинится, добавляется профиль, база, и половинка стекла остается, грубо говоря, и вместо второй половинки вставляется вот в эту базу форточка. То есть, если на том торце дверь прижимала стекло, то здесь форточка встает как бы вместо стекла. То есть, она будет закрываться вот так вот крышкой. Оп, закроется, прижмется крышкой. И здесь еще саморезами обязательно, 4 самореза. Все то же самое, вот такие же. Наискосок надо будет срезать. Низ тоже все подгоняется в размер. Меряем отсюда до середины трубы, подрезаем стекло. В принципе, все то же самое, что и на дверном торце, только чуть больше базы и крышки. Вот стеклянный торец у нас готов, форточный. То есть вот профиль. Аккуратненько, заподлицо, с облицовочкой здесь. Вот так вот фигурно вырезается, чтобы получился стык красивый, без всяких выпираний. То есть форточка у нас зажата, защелкнута в базе крышка и закручена саморезами, где шарниры по два всегда сверху, потому что вся нагрузка вот на этот угол идет. И в остальных углах по одному саморезу. Все везде вот так вот защелкнуто. И посмотрим дверной. Дверной все то же самое, только отличается тем, что здесь дверь поверх стекла, то есть она прижата, вставлена в проем. С помощью саморезов также зафиксировано и прижимает стекло.